сегодня с зимой прощаемся, с весной мы встречаемся. Осталось времени совсем немного. Сегодня праздник для всего народа. Масленица на армейский лад, легкий снежок и едва ощутимый морозец. Спортивными состязаниями на зимнем плацу учебного центра ЖДВ в Загорянском провожали зиму курсанты и офицеры Щелковского гарнизона. Команда из войсковых частей ВШК, железнодорожного полка и поселений Монино в последний день Масленицы вышли помериться силами в состязаниях. Курсанты соперничали наряду с опытными наставниками, выкладывались по полной, проиграть не хотел никто. Сила, ловкость и умение, конечно же, самое красочное мероприятие этой Масленицы – это перетягивание каната. 8 воинских частей на одном плацу выясняют, кто же из них сильнее. Как Масленица ощущается? Ощущается, конечно. Ну, сами видите, настроение такое. Снежок падает, соревнования весело. Пока офицеры тянули канаты, их дети лепили снеговика и уплетали румяные блины. Мы всегда, когда Масленица, готовим блины, играем с папой и с мамой. На Масленицу едят блины, сжигают куклы. Прощай, Масленица, приходи весна. С неподдельным азартом военнослужащие приняли бои один на один подушками. Такое увидишь разве что на Масленицу. Не отставали от наставников воспитанники отряда Всероссийского движения «Юнармия» имени Героя Советского Союза, воина-железнодорожника, сержанта Виктора Мирошниченко. Отряд базируется в Серковской школе. Болячки поддержим! Новое пополнение, принявшее присягу месяц назад, выполнило силовую эстафету. Она включала бег на 300 метров с покрышками, сборку автомата Калашникова, поднятие гири, гонки с напарником со связанными ногами и руками. Где как ни на эстафете можно почувствовать то самое чувство локтя. Замыкающие поджигали чучело Масленицы, каждый на финише своей дистанции. Когда запылали все 8, зрители увидели эффектное огненное зрелище. Я в гостях здесь. А к кому приехали? К зятю, к дочке. И неожиданно вот увидели. Неожиданно, первый раз на таком мероприятии. Ну что, умеет военные гулять? Отлично умеет играть, приятно. Сборная, показавшая лучшие результаты, командир части, начальник учебного центра железнодорожных войск Анатолий Дергачев отметил почетными грамотами. Ведь для новобранцев Масленица в армейском стиле прошла впервые. Над учебным центром не первый год шествует администрация Щелковского района. Как показывает практика, вот это мероприятие Масленица, они с таким торжеством, с такой восхищенностью рассказывают своим родителям про это. И я думаю, что пацанов это останется на всю жизнь. В полку не отошли от традиции и вручили командам по большому масленичному пирогу. Михаил Налетов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».